Спала я, мулая, думаю, что пить мурая. Оглянись назад, духи с тобою Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами Кин, и это второй интро-топ. С первым топом вы можете ознакомиться по ссылочке сверху. И да, не забывайте, что я сделал вам небольшое такое предложение. Руки и сердце. Ладно, шучу. Мое сердечко и так с вами. А с предложением вы можете ознакомиться где-то вот здесь вот по ссылочке. Кстати, кое-кто на него уже откликнулся. И фоточки вы увидите в конце. А мы начинаем. И начнем мы, пожалуй, с того, что подкорректируем правила первого топа. Внимание, дальше будет немного-много слов, но лучше сказать их сразу, чтобы потом к ним не возвращаться. Во-первых, теперь здесь вы можете предлагать и можно увидеть интро не только сериальные, но и мультсериальные, и аниме-сериальные. Во-вторых, интро не обязательно могут быть запоминающейся музыкой. Самое главное, чтобы когда вы его предлагали, вы считали интро классным, и оно вам действительно нравилось. Может за музыку, может за визуал, может и за то, и за то. В-третьих, в отличие от первого топа, я больше не буду вставлять оригиналы музыкальных тем интро, так как не везде они есть. В-четвертых, теперь это не субъективно мой топ. Тут будут интро, которые вы мне предлагаете. В комментариях. Ну и да, здесь не будет интро от худшего к лучшему. И наоборот. Просто список. Также, я думаю, понятно, что интро здесь будут не целиком. Потому что YouTube мне сделает ай-яй-яй из-за авторских прав. Но все интро будут в описании. Фух, ну что, думаю, на этом все. Приступим к интро. И на первом месте у нас... Спасибо Алику Барри за предложенное интро. Или же Барри. Я сразу извиняюсь, если я назову ваш ник неправильно. Пожалуйста, не обижайтесь, просто я ошибся. О, да, это одно из тех интро, от которых у меня аж мурашки по коже. А еще это то самое интро, которое я знаю наизусть вот с такого возраста. Русскую версию песни исполнили оригинальные голоса сериала Александр Комлев и Елена Чебатуркина, за что им от меня огромное спасибо. А мы движемся дальше. И под номером 2 у нас расслабляющая заставка. А за интро спасибо Диме Велигурскому. Номер 3. И один из моих любимых сериалов. Артём Ракитин, спасибо тебе за интро. И за интро под номером 4. Но давайте на будущее. Один человек, одно интро. Номер 4. И... И это также один из моих любимых сериалов, как лично по моему мнению, с красивейшим визуально-музыкальным интро. Лена Лесникова, само собой, тебе спасибо за это интро. Да, я только сейчас понял, что данная музыкальная тема была у меня абсолютно на всех телефонах. Включая этот. За номер 6 спасибо Бабе Люсе.
Но, к сожалению, баба Люся не уточнила, какой именно в сериале интро ей нравится. А в «Докторе Кто» куча сезонов и куча интро. Поэтому я покажу свой выбор. И пал он на вступительные титры 11-го «Доктора». Сериал под номером 7 я не смотрел, но если Донни Ли тащится от его интро, то кто я такой, чтобы быть против? Большое спасибо, Донни Ли, за выбранное тобой интро. А еще кто-то предлагал в комментариях интро к секретным материалам, но он удалил комментарий. Но я его видел. В общем, друг, я не помню, как тебя звали, но большое спасибо тебе за то, что напомнил про то, что сломало мне психику в детстве. Особенно в детстве меня до усрачки пугала вот эта вот рожа. Ну что, пока что интро предложили не так много, а поэтому на этом все. Дорогие друзья, пишите в комментариях, были ли здесь ваши любимые интро. А если их не было, то тем более пишите их в комментариях. И я включу их в следующий топ, который я постараюсь сделать раз в месяц. Ну, конечно, само собой, если вы будете предлагать мне интро. Напоминаю, аниме-сериалы, мультсериалы, просто сериалы, визуально красивые интро, звучные красивые интро. Любые интро, которые вам нравятся, предлагайте в комментариях. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр, и если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а в описании вы найдете ссылки на видео, а также ссылки на мой инстаграм и группу ВК, где при большом желании вы можете поддержать развитие канала рубликом. А я же, как всегда, пожелаю вам только интересных сюжетов, и косплей в титрах ждет вас. Пока!